Приготовила бутылки, как думаете, на что? На укроп. Буду в бутылочках морозить. Мне нравится в бутылках. В пакетах не то. Я вот прошлый год и в пакетах морозила. Не буду я больше в пакетах морозить. Главное сухой укроп положить. Помыть, высушить хорошенько, порезать, еще раз просушить и положить. Открутил, посыпал сколько тебе надо и закрутил. Красота. Укроп срезала. Что-то его в этом году много. Замочила. Сейчас еще поменяю водичку. Еще раз замочу. Или промою уже. Хватит, отмок уже. Порежу и буду сушить. Помыла и разложила обсыхать. На дуршлаге, конечно, у меня все водичка обтекла. Разложила, сейчас обсохнет. И я его буду резать. Думаю, что обсохнет быстро. На полотенчик разложила. Там у меня укропа столько много. Так что, друзья, приезжайте, у кого нет укропчика. Я уже заморозила. Что я заморозила? Щавель. Ну, щавель у меня немного вышло. Два пакетика всего. Там его много его не надо, когда его там готовишь. Ну, хорошо, конечно, борщ добавлять. И кинзу заморозила. Картошку полит. Лучше поли, чтоб травки не было. Последнюю борозку давить? Последнюю борозду? Да, хочется опахать. Ранее-то у нас опахано. А там полоть еще надо. Межурядку начал ездить. Не хочу даже показывать там. После дождя не вообще не влезешь. Нет, ну влезешь, конечно. Господи, прополится все. Почему-то она там поменьше. Ранее зацветает здесь. Скоро будем картошку есть. И вон травка будет. Порезала укропчик свой. Разложила немножечко. Сейчас обветрится. И я соберу его в бутылочки. Пусть подсохнет немножечко. Ну, он уже сухой, но все равно, вот, когда режешь, он как бы сыроват чуть-чуть. Чтобы был укроп сухой. Тогда он не смерзнется. И будет хорошо высыпаться с бутылочек. Где я здесь пропустила. Порезала я укроп. У меня получилось вот такие три бутылочки. И пакет для заморозки. Специально вот такие пакеты у меня. Вакууматора у меня нет. Но пакет специально для заморозки. Ну, как смогла, воздух выгнала. Я думаю, что это еще не все. Укропа там много, еще можно подрезать. Иду на огород. Капусту полили утром сегодня куриным помётным. Теперь надо прорыхлить. 6 часов вечера, да, уже пора.
Две грядки прорыхлила, хочу показать. Вот я подсаживала. Все равно какие-то вялые, я не пойму. Какая капуста принялась, а какая? А какая? Сейчас вот смотрю, кустик подвял. Посмотрела. А там муравьи. Они прям облепили корень. Ну вот меня научили. Это я вперед посыпала. Видите, посыпала от муравьев. Это мед смешала с борной кислотой. Ну, не знаю, может быть, завтра по капусте.